мне поручено от имени министра вручить вот такую памятную медаль. Это медаль, памятная медаль генерал армии Алтунин. Сафонов Василий Николаевич, руководитель вашей организации. Прошу принять данную награду с пожеланиями самого лучшего здоровья. Важную дату вспоминали в сквере чернобыльцев. Памятно-траурная церемония, посвященная 38-й годовщине со дня окончания возведения защитного сооружения над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, прошла в Сестрорецке. Можно с уверенностью сказать, что эта дата – это личная ваша победа. Это победа ваших коллег-товарищей, которые, к сожалению, не дожили сегодняшних дней. Это победа тех 90 тысяч человек со всего Советского Союза, которые приняли участие в этой работе. И к этой победе шли 200 дней. Крепкого вам здоровья, будьте счастливы, благополучного. Всего вам самого доброго. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон. 30 ноября отмечается 38-я годовщина со дня ввода в эксплуатацию объекта укрытия, просторечия и саркофага над 4-м аварийным блоком Чернобыльской АЭС. Авария на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года, явилась одной из крупнейших техногенных катастроф в истории атомной энергетики. 4-й блок Чернобыльской АЭС был разрушен полностью. Взрыв в реакторной зоне привел к масштабным выбросам радиоактивных веществ и заражению огромной территории на европейской части СССР. Для укрощения атомной стихии было принято решение о возведении над аварийным реактором защитного изоляционного сооружения. На памятно-траурной церемонии выступили представители администрации курортного района, муниципального совета города Сестрорецка, Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыля России», а также Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль». Представители семей, потерявших кормильца, чаще всего это мы называем на народе вдовы, которые в любой из дней, когда потеряли своего близкого человека, скорбят. Но вот мы, чернобыльцы, неугомонные, и считаем, что в наше время не все справедливо оценивали при ликвидации, и кроме Дня памяти еще и возродился День Чернобыльской победы. И это очень важно, потому что нет победы без слез. С одной стороны, с другой стороны, мы с вами продолжаем жить и знаю, что ваша организация, в целом город, были инициаторами создания этого дня. И в нашей стране теперь стало 7 субъектов Российской Федерации, где этот день своими законодательными органами стал Днем Чернобыльской победы. В городе Сестрорецке проживает 150 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Из них несколько человек принимали непосредственное участие в установке объекта укрытия на 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. За упокойную лютию совершил настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери архимандрит Гавриил Коневиченко. К памятнику чернобыльцам были возложены красные гвоздики.